Уважаемые дамы и господа, просим вас собраться поближе к сцене, потому что сейчас будет горячо. Больше ничего интересного на упаковке нет, так что давайте открывать. Так, знаете, в чем проблема этой коробки? Вот так вот закрываешь ее, и она опять открывается. Так, во-первых, он кристальный, кристально-прозрачный, но сначала я хочу достать пакетик, хотя нет, пакетик достается вместе со слаймом. Так, стойте, стойте. Я не должна еще ощущать. Я хочу достать пакетик. Так что весь слайм назад. Так, внутри пакетика. Сами угадайте, что. Там слайм. Я надеюсь, он не растаял. Нет. Давайте его достанем и оценим его по шкале от 1 до 10. Он достается вот такими вот кусочками. И из него сразу же выпадают бусинки. Знаете, это такая неводянистая слизь. И бусины очень сильно выпадают. Я даже не пытаюсь их ловить, потому что я их все равно не поймаю. Вот. И, ну, я думаю, оно оставляет какую-то влагу на руках. И я думаю, это достойно 5 из 10, потому что как антистресс это очень даже хорошая вещь. Опять падают все бусины, короче. Вот. Как антистресс... Я думаю, 8. А вот как слайм или даже лизун, ну, 5. Потому что ну, это не антистресс, не слайм, а слизь. То есть даже не лизун. Вот такая вот слизь. Кстати, хранение не очень удобное в пакетике. И я это точно перекладывать буду куда-нибудь в другое место, потому что в пакетике хранить очень неудобно. Я положила его вот в такой вот странный маленький контейнер, но он ему как раз. И приступаем к прозрачному. Для начала оценим на прозрачность. Тут уже немножко образовалось пузырьков, потому что мы его доставали, но давайте. Вот, он очень кристально прозрачный. Так. Так, только плохо фокусит что-то. Прекрасно просто. Тут немножечко сверху, как образовался такой вот немножко засохший слой, засохшие кусочки. Сейчас. Вот. Но ничего. Так, сам слайм хорошо кликает. В пленку тянется. Смотрите, хорошо и не рвется. Ну и хрустит, ну нормально. Я вам сейчас покажу, как он тянется в пленку. Так, вот так вот он тянется, даже в кадр не помещается. Сейчас сделаем розочку. Он, конечно, если сильно его быстро тянуть, то он будет рваться, но если помедленнее, то не будет. Вот, посмотрите. Хорошая розочка. Из-за многочисленных розочек и флипов с этим слаймом, который я делала за кадром, он наполнился пузырьками так приличненько. А в этой колбе он очень прозрачный. Как вы думаете, мне достать эту часть? Давайте достанем. Так, и сравним, как они будут смотреться. Я хочу посмотреть вот эту бабочку. Посмотрите. Красотища. Просто посмотрите на эту красоту. Это же просто прекрасно. И вот сравните с этим. Он очень в пузырьках. А вот этот просто полностью прозрачный. Посмотрите на эту красоту. Второй дубль. Я вот этот убрала уже в баночку. И хочу поиграть с вот этим. Просто смотрите сейчас АСМР.
вот это было, это я запилила видео в инстаграмчик. А так, этот слайм очень прикольный, но с вот этими вот украшениями очень трудно с ним играть. Вот, бабочек можно оставить, а вот эту вот большую с ней очень трудно играть. Она очень красивая. Вот, так что я ее отложу. Сама буду играть со слаймом. Ему я точно поставлю 10 из 10, потому что как слайм он просто прекрасен. Немножечко оставляет влагу на руках, но он, я думаю, что намного лучше вот этого, вот, который мы смотрели первым. Мне нравится цвет вот этого слайма, но мне нравится текстура, потому что она как слизь. А у вот этого слайма просто прекрасная текстура, и он супер прозрачный, как стекло. Ну, вы сами все видели. Надеюсь, вам понравилось это видео. Оцени видео лайком, ну или дизлайком. Если оцените видео лайком, то будет скоро новое видео. Не знаю, зачем я так это сказала. А сами-то оцените в комментариях этот слайм. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Всем привет. И это кадр уже со следующего дня. И я хочу вам показать, что случилось на следующий день с этими слаймами. Кстати, я уже начала монтировать видео и поняла, что при ускорении отстает кликанье, так что извините меня. Я не ожидала, что такое будет. А мы приступаем к слайму. Вот самый, вот большой слайм, я с ним уже сегодня играла. У него не изменились свойства, он стал даже лучше. Из него не вышли пузырьки, потому что я с ним уже играла. Он остался таким же, крутым и классным. А вот на тот слайм мне как-то не очень большие надежды. Посмотрите, как он выглядит сейчас. У него там внутри какая-то выделилась синяя жидкость. Хотя еще сегодня я его доставала из баночки. И он был более влажным, чем вчера. Я не рискну, наверное, его открыть. Ну ладно, давайте ради видео открою. Тут уже все вокруг в воде. Только ради вас я это делаю. И тут одна вода. Вода. И слайм превратился в такой сквиш из резины.